Не похоже, чтобы по этой лестнице часто ходили. Погодка шепчет. Даже муха какая-то прилетела, слушайте. У меня сигнал хороший. Во. Это у нас опять серебришка. Хо-хо! Шестая, что ли, у нас? Потрошить надо тщательно с такими находками. Привет, друзья! Вот так вот, представляете, уехал из города изолироваться в лесу и покопать заодно. Но на самом деле тут поле. Ха. Только приехал на новое место, уже смотрю, какие-то надписи странные, сейчас покажу. О, прикиньте, вот только приехал. А тут раз тебе, копать запрещено. Ну что ж такое-то? Ну ладно, это все шуточки. А копаем мы золото, наш канал «Золотой хобби» называется. Поэтому сейчас будем искать золото, драгметаллы, монеты, артефакты и прочие интересные вещи, которые люди по какой-то странной причине закопали глубоко в землю. Ну, чтоб не пропало, мы их сейчас будем обратно доставать. О, видали, что тут на дереве висит? Тросик. Ну, это все ерунда, сейчас я вам покажу, что я только что увидел. Ха. Зашел еще, на поле не выходил. Поле шикарно, смотрите, только распахали. Я уже на него смотрю, облизываюсь уже неделю. А тут раз смотрю, уже распашка. Сейчас будем смотреть, что ж я такое увидел. Такой раз смотрю, какие-то камушки, ну опаньки, ничего себе. Тут крест поставил, слушайте. Похоже на могилу. Ё-моё. Может, кто какую собачку похоронил, я не знаю, котика. Короче, тут копать не буду, так и быть. На самом деле, конечно, дальше шел немножко. Характерные шаги комрада с лопатой. Видите, шел, в левой руке держал лопату, тянул ее по земле. О, видите, снежок еще даже лежит в тенях. Хотя сегодня жарко, тепло-тепло. У меня уже первая находка, несмотря, что здесь копали. Вот она лежит. Выбил только что. Патрон, между прочим. Даже не стреляный. О, видите? Ну, это я рад, что он не стреляный. Значит, никого не убил, правильно? Слушайте, реально жарко. Даже комбинезон не стал надевать. А может, это и дети играли, а не собачку хоронили. Хе-хе. Вон они гуляют. Пацаны ходят рядом, подбегают, смотрят, что я выкопал. Потом опять убегают. А мне, кстати, сигнал. Кстати, у меня сигнал где-то тут. Пожалуй, лучше, чем все, что были до этого. Так, что у нас здесь? Вот тут. Так. Опа. Ух ты, слушайте. Кружочек. Что-то у нас за кружок. Опаньки. Вы только посмотрите. Это что у нас? О! Офигеть! По-моему, это какой-то пенинг немецкий. Класс! Не ожидал. А у меня монета. Пока! О, вижу, 1940, по-моему. 40-го года монетка. Надо же, смотрите, и гильза была немецкая, и монета немецкая. Не ожидал. А пацаны вспомнили, что где-то бросили свои самокаты далеко и побежали за ними. Вот чудики. Дарил пацанам гильзу. Не патрон, гильзу. У меня снова сигнал, правда,
похож на советский. Правда, не понял, я его выбил или нет. А, вот тут вот. О, слышите? Прям как фольга. Вот советы так иногда бьют. И фольга тоже. Ёкаламане, вот же она лежит. Чё я включаю? Хе. О, слушайте. Кружок у нас. Точно. Я уже эти сигналы узнаю. Смотрите, какая она красная. Смотрите, год видно. По-моему, 33-й. Щитовик 20 копеек у нас СССР. Кстати, не так уж сильно он затерт. О, подсох. Вообще красавчик. Точно 33-й. Отлично. Не знаю, что это такое, ребята. Что-то интересное, медное. Пришлось мне сделать марш-бросок от того леса вон. 700 метров, потому что там ходил целый час, больше ничего не было. Пришел еще на одну точку, здесь, правда, низина, даже странно. И минут 5 уже много железных сигналов. И вот первый нежелезный хороший. Я сразу понял, что что-то хорошее. Вот оно, смотрите. Неглубокий был сигнал. Медь какая-то, так. Смотрим, что за медь. Да, медь у нас классическая. Империя. Отлично. Копейка, наверное. Да, вон потер, кажется, 1898 год. Вот так вот, конец 19 века. Отлично. До трассы тут где-то метров 200, наверное. Машинки летают, а я копаю. Глянь, какой-то обломочек выпал интересный. Таким вот меандровым узором. Что бы это могло быть интересно? Ну, гляньте, как колесико от керосинки красиво застряло. Да, угадал. Оно самое. Сигнал хоть не очень высокий, но четкий. Главное, не глубокий. Поэтому докопаемся, я думаю. Здесь. Ну как-то лучше не стал. А жаль. А что, что-то у нас жужжит, жужжит. А вон жужжит, гляньте. Ха! Все-таки кругляш. Все-таки это, друзья мои, кругляш. Двушка. О, гляньте, какая хорошая. Если бы не эта зеленочка, вообще бы супер была. 29-й год. 2 копейки с СССР. Берем. А вот и краник от самовара. Жаль, сломанный. Кто-то пил чаек. Сейчас бы выпить чайку, конечно. О, а пришло время для вот этой конинки. Гляньте, не успел я отойти от ямки, где был самовар. Смотрите, что у нас здесь. Ух ты, смотрите, какая она красивая. Целенькая. О, коллекцию конинок. Красота, берем. Он сделал всего лишь два прохода туда-обратно, метров по 20-30. Вот сигнал опять. На сей раз высокий. О! Ха! Ребята! Я знал, что это хорошее будет что-то. Смотрите, как она красиво выпала, а? О-о-о! Ребятки, двушка! Двушечка зелененькая. О-о-о! Слушайте, сохранчик-то ничего. 1905 год, вы только посмотрите. Ну, красота! Вот это уже приятно. Отлично. Сохран довольно бодрый.
Интересно, что на сей раз? Очень хороший, четкий сигнал. И не глубоко опять. Вот здесь. Сейчас такая бах, пробка. Не, не пробка, друзья. Не пробочка, монетка. На сей раз, правда, поменьше. О! Ха! Зато это у нас... Вот, товарищи. Как я и думал. Хоть и поменьше, а получше. Смотрите, у нас серебришка выпала. У нас 10 копеек, я смотрю, билончик советский. Вот это приятно, слушайте. А серебро всегда приятно, правда? О, видите, 30-й год у нас 10 копеек. Правда, покоцанное довольно сильно. Тем не менее, это серебро, друзья. Это всегда хорошо. А вот он, очередной хороший сигнал. А точнее, уже его источник. Видите, торчит ребрышком. О, эх, троечок. 31-го года. В том доме, небось, народ сидит и смотрит. Думает, что там мужик по полю ходит. А у меня тут сигнал. И сигнал хороший, очень хороший. Но я еще не знаю, что. Решил вместе с вами посмотреть. Вдруг фигня какая. Нет, нет, друзья, не фигня. Опять у нас какая-то медь. Так, о, на сей раз СССР медь. Вот она, копеечка выпала. Копеечка. Сейчас год посмотрим, 24-й или 25-й. А тут уже не разберешь особо. Но я уверен, что 24-й это даже хорошо. Было бы 25-й, я бы очень расстроился. Такой сохран, конечно. У нас опять двушка, гляньте. Меньше часа здесь хожу, уже сколько накопал. Слушайте, опять, по-моему, 29-й год, а? Точно. Ну, я считаю, что для такого непродолжительного времени столько находок отличный признак. Либо после вспашки не копали, либо вообще не копали. Трасса рядом, народ стесняется чего-то. А вот и очередь малышки подоспела. Копеечка у нас. Вот такая. Копейка отличная. Смотрите, какая вообще идеально. Аня, ну, не идеально, но почти. 32-й год. Золото партии. Так, друзья, кажется, я нашел что-то хорошее. Сейчас сигнал послушайте. О, сигнал шикарнейший. Но если бы не металлоискатель, не нашел бы ничего. Лежит на поверхности. Сейчас я уже и глазами увидел. О, друзья мои, и по-моему это что-то хорошее. О! О-хо-хо-хо! Слушайте, офигеть! Она блестит! Офигеть! Офигеть, это империя! Это двадцатка имперская! Опупеть! Слушайте! Малость, конечно, потертая, но... О-о-о! Гляньте, как она блестит! Не то, что тот билончик советский! 77-й год, слушайте, класс. 77-й я еще не находил. Обычно находятся гораздо более поздние варианты. А это вот у нас, получается, кто? Александр II? Ну? Хе-хе, слушайте. Серебрушки на поверхности валяются. Точно место нашел хорошее. Не битая. Выходит, монетка старше меня на 101 год. Во как. У меня опять сигнал. Вот тут где-то. Сигнал практически такой же.
высокий, хороший, но уже не на поверхности. Так что копаем. Есть. А, говорю, не на поверхности. Вы только посмотрите. Ё-моё, как это я не заметил? Эта фигня лежала как раз-таки на поверхности. Вон отпечаток от нее. А что это? Это пуговица. Пуговка какая-то. О, а что такое интересное? Ого. О, как интересно, слушайте. Смотрите, здесь автодор написано. Это, наверное, какая-то советская пуговка. А может, значок? Нет. Наверное, все-таки пуговица для значка как-то странно немножко выглядит. Хотя, может, и значок. Вот кто знает, напишите. А вот у нас, ребята, и следующий монитосик. На сей раз красненький вот такой. О, тоже щитовичок. Эх, погодка шепчет. Даже муха какая-то прилетела. Слушайте, еще март, уже муха прилетела. У меня сигнал хороший и монетка. Я уже вижу ее. А вот она. Сигнал был очень хороший. А что за монета, интересно? А, копеечка, друзья мои. По-моему, копейка. По-моему, империя. Да, копеечка. Год не видно, затерта. Этот сигнал был уверен, что проволочка, наверное, ребром лежала или с железом каким-то. Гляньте, как присохла копеечка. Пыньк. А вот мы сейчас узнаем, какого года. А год 36-й, похоже. А вот, граждане, был довольно глубокий сигнал. Я даже не стал его снимать, а зря. Потому как гляньте, что у нас выскочило. А у нас выскочила монетка небольшая, зато хорошая. Хе-хей! Друзья мои, у нас третье серебро. О! Со звездочкой, гляньте. Ну-ка, годик какой. 23-й. Как я и думал, что не 21-й, тем не менее приятно. Вот это да! Я бы сказал, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Третье серебро — это уже не шутки. Я уже думал, еще часик тут похожу и пойду другое место искать. Вот так да. Однозначно проверяем. Сигнальчик приятный. Здесь. Мы жужжим, ну-ка. О, вот оно. Вот оно, мои друзья. О! Смотрите, как красиво легла, а? Вы только посмотрите, это у нас серебро опять. Я как чувствовал, слушайте. Я как чувствовал. Вот интересно, смотрите. Так, а это у нас 22-го года, 15 копеек. Как интересно. Советские билончики все в какой-то... зелени и грязюки, а имперская практически чистая была, вот так вот. Четвертое серебришко, друзья. Слушайте, а где рубли, полтинники и все такое, что мы любим? Потрошить надо тщательно с такими находками. Поэтому железо не выключаю.
Пикс. А вот это, похоже, у нас уже пятачок. Сигнал-то был сильный. Ага. Ох ты ж, ё-моё, 30-й год. Везет же мне с ним. Сколько я уже пятаков 30-го-то находил, а? Не сосчитать. Катушкой ведем вплотную к земле, не жалея, защиту, если что, поменяем, а так вот не потеряя в глубине. Угу, ребята, а вечер-то перестает быть томным. У меня опять находка. Перешел уже к третьему дому, там походил, вот уже метров 150 прошел сюда. И вон, гляньте, что лежит. Товарищи, на этом месте много серебра. О, смотрите, это 28-го года. Чуть более поздний дизайн у нас пошел. Ну, красотень. Вот это ничего, такой сохранчик. Берем. Да, до машины придется почти километр топать. По этой распашке. Но у меня сигнал опять хороший. Как же мне его не копать-то? Просто песня, сигнальчик-то. Просто песня. Сейчас посмотрим, о чем эта песня вообще. Здесь очень сильный цветной сигнал. Вот тут вот жужжит. Фу. Я знал, что-то будет, что-то такое. Гляньте. Вот оно. Монитос какой-то. А, не какой-то. Не какой-то вам. Друзья мои, по-моему, это опять у нас... Или медь. Я вот сейчас уже не понял. Не-е-е. Товарищи, это у нас опять серебришка. Хо-хо! Шестая, что ли, у нас? О, это империя. Граждане, снова у нас империя выпала. Зашибись. О, смотрите, 1907 год, даже видно. СПБ, 15 копеечек у нас. Думаю, что отмоем, будет нормальная монетка. Ну, красота, сужете. Интересно, какого времени вот эта пуговка, гляньте. В каких-то цветочках вся. Сейчас был такой сигнал, думал, ай, снимать, не снимать. Немножко он был странный. Гляньте, что выпало. Ключик у нас выпал. Угу. Жаль, не золотой. А вот и имперская пуговка пожаловала, гляньте. Какая-то тут медь вся красная попадается. О, это даже ухо целое. Ну, отлично. Неожиданная находка, гляньте. ОРВИ для приема внутрь. А в тему? Жаворонок летает, ему пофиг вообще на все эти ОРВИ. Слушайте, а неплохо я набил-то за 5 часов. Так, клал по одной монетке, думал, не... Так, ну, есть и есть. А тут посмотрите, сколько их, я даже не посчитал. Но, по-моему, не слабо, штук 20. Из них 6 серебра. Слушайте, вот это да. Вот это поле, а. Надо будет сюда еще вернуться однозначно. Солнышко-то садится. Самое интересное, что вот это весь шмурдят. Слушайте, вот это поле. И полсумки не набил. Вы же не думаете, что это уже все? Ничего подобного. Надо только сейчас что-нибудь съесть. Потому что уже капец, думаю только о еде. И еще можно покопать. Слушайте, что там, время? 7:00 только. Чего в этот город возвращаться к этим заразным? Правильно я говорю?
Ух, а я запасливый. Деус тоже заряжается, пока я заряжаюсь. Ну что, я почти приехал, дальше пешком, но мне надо на ту сторону, за реку. А это только по этому мосту. Ох, а здесь красота. Внизу темнеет, а здесь еще светло. Класс. Вон там бобры живут. А вон туда я иду. Не похоже, чтобы по этой лестнице часто ходили. Совсем уже мхом заросла. Тут, наверное, только техника ездит, чтобы поле пахать. Вот она тут и разворачивалась. Ой, чувствую, я пока дойду, мне еще 500 метров идти, так уже и стемнеет. Ну, как я и думал, солнце село, луна вон появилась, месяц молодой, и даже Венеру видать. О, смотрите, первый сигнал здесь какой интересный. Сейчас думал, а какой-то фигни кусок. Потом присмотрелся, друзья мои, это не фигни кусок, это от часов кусок. Это были часы, возможно, карманные. Это все, что от них осталось. Тут шестеренка крутилась. Так, товарищи, сейчас сигнал был, как у пробки. А я присмотрелся, оказалось-то. Вовсе не пробка, блин. Еще не очень, не окончательно стемнело. Везет, что ясное небо на закате. Ах, вот она. Вот она. Смотрите. Да, блин, фокусируйся, ё-моё. Что это такое? Ёкаламане. Офигеть! Офигеть, ребята! Это что-то очень старинное. Я уже вижу герб офигенно какой-то. По-моему, я такой видел уже. Слушайте. Вот это да. Сейчас буду разбираться. Так, подождите, я тут вижу надпись какую-то. Так, слушайте, не буду это тереть. Сейчас почищу. Короче, по-моему, это Польша. Посмотрите, здесь написано 5 грошей. И 1811. Обалдеть, монете уже больше 200 лет. Слушайте. По-моему, это серебро. Какое-то странное оно. Слушайте, по-моему, это герб. Где-то я знакомый видел. Надо будет дома посмотреть. Короче, это Польша, когда была под Россией в то время. По-моему, вот такой герб был. Нет? Или это частично? Короче, не помню. Опупеть. Вот я весь день ходил, ну как, ну, часов 7 уже получается. И вот ради вот этой монетки. Короче, сейчас буду здесь ходить, но не знаю, если здесь попрут такие находки, это уже будет в новом видео. Сами понимаете. Иначе у нас видео будет на час, наверное. Кто мне скажет, что вот это такое? Сначала подумал, что проволочка, а вот не проволочка, на ней даже какой-то узор есть. Может, какая-то особо древняя штучка, а? Скажи, подпишитесь на канал. Подпишитесь на канал. Слушайте, выложил я их так вот красиво на стол. Гляньте, сколько монет. Посчитал, 25 штук. Я думал, штук 18. Вот это да. Вот это у нас находки. Кстати, всем, кто поддержит меня до сих пор на Патреоне, вот вам от меня жирный лайк. Большое спасибо, что вы меня поддерживаете. И на Бусти тоже. Давайте лучше посмотрим сначала наши загадочки. Ну вот последнее, что я поднял. Кто подскажет, что это было такое и что это есть? Посмотрите, на ней есть какие-то остатки насечек. Так что вот эта загадочка определенно имеет право на то, чтобы быть разгаданной. Надеюсь, кто-нибудь из вас разобрался. Следующая вот эта штучка. Гляньте, какая прикольная. Оказалось, в нее внутри еще какая-то цифра. Вот что это у нас такое выпало? Знатоки, пишите. У меня есть предположение, но говорить не буду. Вдруг вы знаете лучше. Еще одна. Смотрите, какая странная штукенция.
Правда, это обломок, но на нем цифра 1926. То есть вещь старинная, обломочек у нас. Что это было? Пишите. Интересно. Но это вот даже не загадка, хотя, может, для кого-то и загадка. Гляньте. Помыл, думал, кусок свинца. А это пломба. Гляньте, какой внутри у нас интересный крест. Кто знает, что за пломбы такие с крестом внутри? Пишите тоже. А, ну конечно. Вот это определенно можно считать загадкой. Почему? Так я не понял, это пуговица или значок. Потому что внутри у нас, видите, как сломалась у нас крепеж. Автодор. Какого времени? Ну, судя по дизайну этой машинки, вещь старинная. Думаю, ей лет 80, не меньше, а может даже и 100. Вот так, друзья. Считаю, коп выдался у нас удачный. В завершении вот эта монета особенно порадовала. Варшавское герцогство. У нас здесь 5 грошей. Между прочим, достаточно нечастая находочка, потому как они у нас выпускались не так долго, по-моему, лет 5 всего в общей сложности, а то и меньше. Ну круто! Всем большое спасибо, что посмотрели. До новых встреч, друзья. Увидимся.